пацаны говорят, что... Но она сказала, типа, якобы здесь рядышком живет, сейчас подойдет. Есть фото, видео, как бы. Она единственное утверждала, что на пассажирском была, но вот водитель Chevrolet говорит, что она из-за руля, ну типа за рулем. Она выбежала, сказала, давайте что-то решать. Да, еще кричала тут, давайте тачки типа оттолкаем куда-то, ну такое, короче. Слышишь, уже толкать? Не, ну, честно говоря, вот смотрите, вот видите, от Chevrolet вот след есть, ну как бы типа оттуда, да? Вот. Я тормозил, отсюда, отсюда никакого ни тормозного пути, ничего нету, а водитель... Ну, не знаю, или водитель, или пассажир данного автомобиля говорит, что якобы Шевроле ехал оттуда, а вот эта таксишка ехала оттуда. Ну, почему-то следы вот именно Шевроле. Чего стал водитель вместо ДТП? А? Чего стал водитель? Не, он говорит, что вот он водитель. А парень Шевроле говорит, что якобы девочка была за рулем. И она куда-то спетляла, взяла какой-то кулек, сказала, я сейчас подойду через пару минут. Так, а кто за рулем таки был? Так за рулем вот этого автомобиля кто был? Сейчас я... Ну, короче, у меня есть еще есть фотография этой барышни. Не, я вам покажу. Саня не приедет. А, в отпуске. То есть тут они сначала версии какие-то непонятные выдвигают, кто был за рулем, а теперь получается, что уже и водителя непонятно кто. Так, это ваш автомобиль, такси, а? Так вы же утверждали, что вы за рулем были. У меня нет. А? У меня нет. Ну, вы говорили, что барышня была, точнее, даже барышня говорила, что вы сидели за рулем, а она, типа, была пассажиром. Я не слышал. А? Я не слышал. Тогда каким образом вы имеете отношение к этому ДТП? Мимо проходили? Я сидел сбоку. А за рулем кто был? Барышня. А барышня где делась? А вы в этой машине ехали? Я сидел сбоку, вот, справа. Да, 15 минут назад он был водителем, уже он не водитель. А ты водила? У меня нет подсвечного водителя. Какой могу быть водитель? Какой? Водитель. Короче, я вам сейчас видео покажу. 15 минут назад он был водителем. Вот, водитель Chevrolet видел, тот, куда выходил. Пускай вам скажут. Тот, куда выходил. А барышня тоже под алкоголем? Нет, я не знаю. Будем искать барышню. Ну так пакетик какой-то взяла, говорит, я сейчас буду. Я еще предупредил, говорю, фотки, видео есть, говорю. Так, может, она в магазин за добавкой писала. За добавкой, может быть, сегодня ж пятница. Развалили машину. Еще и рассказываю, что непонятно, кто откуда ехал. Ну тут по следам как бы и ясно понятно. Юра, там писать улицу проживания. Да, все полностью пиши. Тихо снимай. Так я включил. Как вы попали в автомобиль? Вызвал такси. Что? Не вызвал такси. Ну, вы можете объяснить, когда вы сели в этот автомобиль? Вы знаете водителя? Хорошо, как вы сели в этот автомобиль? Ночной, как у вас, Миллениум? Да, Миллениум. Миллениум Сити, да, есть. Миллениум. Ну? Я с товарищем, мы стояли, девушкой. Ну, пили вы, да. Ну, дальше. Я не знаю, откуда эта машина. Оказалось, таксист девушка. Садись и все, и довезу, и подвезу. Я дико извиняюсь. У меня просто есть видеозапись, я вот показывал товарищу инспектору, как вы мне рассказывали, что вы ехали с той стороны. Нет, так вы мне конкретно, я спросил, говорю, ваша машина? У меня на видео есть, я вам даже могу показать. Вы говорите, да, я ехал оттуда, да, моя машина, а сейчас получается, что непонятно кто, что, откуда. А девушку вы знаете? У вас есть какие-то документы с собой? Прям. С собой документы есть у вас какие-то? Да. Идемте с ним. А то еще придется в райотдел до выяснения. Слышишь, я говорю, она тут с кулечком с каким-то ушла. Может, вообще там наркоту домой понесла, чтобы еще по 309 не уехать, блин. Может ее пойти аккуратненько поискать? Я говорю, может ее пойти аккуратненько поискать? Да она спалилась, что такая она, ты не знаешь. Что? Кто она такая, мы не
Да, я не знаю, я не местный, я вообще с Киева. Так, проездом тут. Репортажик получился неплохой. Ничего нет. Ну, жир, оно в багажнике. Они еще тут очень-очень так сложно открывали его. Они еще так сложно открывали этот багажник. Что-то там, я же говорю, кулек какой-то забрала. Что конкретно там было? Ну, я не знаю, я ж не заглядал в кулек, но она вот что-то конкретно взяла кулечек и ушла. Это Nissan, скорее всего. Или Volvo. А техпаспорта ж нету, да? Ничего нет, минимально ни одного документа. А у него документа нет. Нет, нет. Ни паспорта? Ничего нет. Что, в райотдел получается? Что за тачка? Да, что за тачка, непонятно. Вон 1.5 литра объема только видно. Вот. А что за тачка? Типа, что-то такое старенькое.